Ты можешь встать лицо в лицо, посмотри, и потом, вот серьезно, давай. Я хотел как доказать. Не-не-не, давай, вот, ты встал, вот, руки пожали и все. Начинается? Нет. Как нет, он сначала зашел, потом выкатился. Нет, он касался линии. Проект свеча полный. Это не считается, реально? В первой попытке ни разу не снимали. Переснимали. Куда? Не-не-не, все, нет права на ошибку. Не, переснимем, побраться. Нету права на ошибку, иди бей другой. Дай тебе хобби, давай. Мы до вечера с тобой снимать будем тогда. Ты на видео специально, да, так делаешь? Нет. Давай. Если ты с первого промахиваешься, там уже без, ну, не вариант снимать дальше. Да не, брат. Не, ребят, давай переснимем, это вообще позор просто. Михалыч, что это, Михалыч, что это? С первого дубля, с первого попал. Так, этим вообще, мне кажется, не вариант. Марк, как говорится, в челленджах участвовать не хинкали жарить, правильно? В натуре. Давай дальше. Брат, хорошо, по-моему, попадал. Самох, не надо, Самох. Есть второй. Не, уже два попал, что-то уже вот не смешно. Дутый. Вот это сдутый мяч, если что. Это сдутый мяч. Тики, ну, я думаю, у меня больше шансов выиграть. Давай, давай. Без шансов. Давай. Брат, завтра закинут, увидит. Три. Но, брат, я два. Когда вот туда вот закидываешь, уже как-то не особо приятно, даже что есть три. Типа хотя бы с шоколадом рядом было. Да, есть. А ты вот так зачем? Ну так бью. Ну так вот бью. Это вообще самый тяжелый. Еще назад подвинуть? Не, нормально, кстати. Ты уже первый промахнулся, это позор будет вообще. Ты видел трава? А как вы снимать? Вы отсюда посмотрите. Там просто с травы вот так мяч скатился. Засчитываем, ладно. Не-не-не, не засчитываем, нет, все честно, подожди. Давай. Три ты попал, да? Да. Ты уже три использовал. Потому что сейчас... Эти-то я два попаду, вообще особенно спущенные. Вот это тяжело. Продал. Димуль, для тебя, Димуль. Браво.